не отстают от профессиональных спортсменов и любителей. В преддверии Дня благодарности молодежный ресурсный центр организовал лыжные гонки. В них участвовали школьники и студенты. На состязаниях побывала наша съемочная группа. Последний день зимы по инициативе молодежного ресурсного центра в Барках прошли соревнования по лыжным гонкам. В них участвовали больше 100 человек. Это школьники и студенты. Девушки бежали первыми. Дистанция у них всего 1 километр. У юношей вдвое больше. Мы, получается, молодежь за здоровый образ жизни. Такого подобия мероприятия у нас проводится ежемесячно. Например, в прошлом месяце мы проводили на коньках. Забег был у нас в дворце спорта. Сегодня мы вот проводим наше мероприятие на базе лыжной, так сказать. И все это в рамках, конечно же, программы «Рухани Жангару». Николай Чижма лыжными гонками увлекся только этой зимой. Раньше занимался многоборьем. Хорошая физическая подготовка и выносливость быстро принесли результат. Юноша входит в городскую команду по биатлону. В таких соревнованиях участвовал впервые и сразу завоевал золото. Сегодня гонка была как легкая достаточно. 2 круга – это мало. Но на тренировках я занимаюсь биатлоном. Ну, мы тренировкой занимаемся, ну, лыжи бегаем по 2 часа, по 2,5 часа. Молодежный ресурсный центр пропагандирует здоровый образ жизни. В январе организовали забег на коньках, в этом на лыжах. В марте планируют провести турнир по игре «Тогыз-Кумалак». Илья Кудряков, Адиль Нуржанов, новости МТРК.